Здравствуйте! Сегодня у нас нож складной от компании Kersho с названием «Фильтр». Полностью выполнен из металла, из нержавеющей стали. По рукояти имеет такие выраженные канавки с двух сторон, симметричные. У основания клипса, ближе к осевому узлу, она ориентирована на одно положение, без реверса. Соответственно, нож будет в кармане находиться всегда, ну, либо на поясе, осевым узлом кверху. Имеется два шпенька под правую и левую руку, в которых такие пирамидки для особого сцепления. И дополнительный флиппер по обуху. Нож с ассистом и вылетает очень достойно. Спуски от середины клинка достаточно глубокие в виде линзы. Сталь 4 хром 14 с черным покрытием Black Oxid. Видим гравировку. По замку фиксирует надежный фреймлок. Ну, с фреймлоком все просто. Чем крепче держите рукоять, чем сильнее нагружаете нож, тем прочнее замок. По обуху имеются насечки, плавно переходящие в аналогичную структуру рукояти. По весу 143 грамма, поскольку полностью металлический. Общая длина 197 мм, 114 в сложном состоянии, и длина клинка 83 мм. Вот такая модель от компании Kersho. Всем пока!